Иди сюда. Иди. Ух ты, как пошла-то, а? Загиб какой, Иваныч. О, глянь какой. Вон он ушел. Смотри, какой Дима. Иваныч с подхватом. Вот такое. Ребятки, короче, дождь прет. Да? Не видно. Да, в конце залива. Пока не у нас, но там идет конкретно. В конце залива, смотри какой. На подходе, да, Сергей Иванович? Тут, тут на подходе. На подходе, вот. Вот видно, вот, что да, там идет. Камышам, вот камыши, видишь, где мы. Видно, видно, а сейчас да, будет у нас. Смотрите, вот там мужики прет в ушу. А дальше он просветы идут. Он, может, до сюда не дойдет даже. Короче, мокнуть никто не хочет, нет, да? Не? Колян, тоже не хочешь, да? Не могу. Вот такой вот, вот он. Рыбоклюй. Тут видно в этом месте, смотрите, ребят, был когда-то битый, видно, в детстве, да, или в сетке. И чешуйка поросла вот... Вот как так бывает? Тут стоишь солнце, через 500 метров от тебя реально прет дождь с этой тучи. Мы его видим прям, что он там идет капитальный, ребят. Ветер гонит, и видно волна. Ветер уже прохладный. Все в нашу сторону. И дождь там идет. Йо-хо-хо. Ребятки, всем привет! Всем привет, ребята! Как говорят, июнь хоть воду плюнь. Выехали мы порыбачить на пикер, на дамбу, потому что дожди прут постоянно, да, Сергей Иванович? Да, прут и прут и прут, и мы прем, и прем, и прем. Ну, это самое, будем сидеть дома, не узнаем результата. Колян, будет клев? Должен быть. Должен быть. Сергей Иванович, покажите свой ноу-хау. О, сейчас покажу. Вот тут 3 секунды, ребята. Ребята, хопа. Тренога, да? Да, треножка. А тут оно короче, как... друзья, те, кто не знает, как да, рыбачить на дамбе, у кого нету там платформы, фидерарма, табурета, что-то еще. Вот просто такая делается рогатина. Просто можно сделать плоскогубцы, это, три реечки и все. Ну, здесь я подготовил. Сейчас, Сергей Иванович, я покажу вот так, да, ребятам. Вот размер, в принципе, да, не важен. Вот вы делаете просто любой, вот такую конструкцию. Любой, можно дачей упустить. Шире, ближе, уже, да, можно как уже угодно. Ну, правильно? И так побыстречку, только раз, вот смотрите, оно разбирается, все вот так, хоп, и все. Не, ну сейчас же получается ловить. Ну конечно. Все, мы ставим эту самую эту беду. Вот, и будем сейчас рыбачить. Вот и все. О, все, пожалуйста. Вот. Так, Николай, у тебя какое удилище сегодня? Флагман, тест, актив. Тест. 100? На 120. 120 грамм тест. Чебурашка. Короче, ребята, Николай, флагман Force Active с тестом 120 грамм. Вот такое вот удилище. А я буду вообще на пикер. Друзья, я сегодня буду ловить на пикерное удилище длиной 2,70 с тестом до 35 грамм. Это флагман S-Lite Picker. Все ссылки будут в описании. Кому интересно, переходим, просматриваем. То есть я сегодня ближний рубеж, а Николай будет ловить немного подальше, на дальней бровке. Сергей Иванович у нас поплавчанка, поплавок, поэтому просто нету выхода. Поплавочек. Есть у меня это все, то я на поплавочек. Ребят, замес сегодня будет прикормки просто феноменальный, как всегда. У нас такая пачка замечательная, называется прикормка у нас Grand серии Big Roach and Brim, то есть большая плотва и лещ. Новая серия прикормок, на именно эту прикормку я еще не рыбачил. Будет пачка вот этой, и осталась с прошлой рыбалочки у меня пачечка Feeder Шоколад. Про серии мы отлично на нее ловим всегда. Плотва Густера отлично берет именно на Feeder Шоколад бюджетной серии прикормки. Открываем прикормку и видим, что прикормка плотва и лещ слегка такого, ну, зеленоватого цвета. Сразу хочу сказать, что по запаху, друзья, вот я сейчас попробую, по запаху пахнет специями, специями, специи какие-то с чем-то, я не знаю, то ли и сладкие какие-то специи. Короче, чудесный запах. А ну, Сергей Иванович, на проверку. Ну что, Сергей Иванович, чем пахнет? Понюхайте. Коноплевой. Коноплевой? Коноплевой, правда. Конопля. Ты что, листья конопли? Я, честно говоря, ребят, не знаю, как пахнет конопля. Ну, раз Сергей Иванович сказал конопля, значит, будет конопля. Посмотри на это. Все, все, я верю, верю, Иванович. Безоговорочно. Все безоговорочно, ребят. Ликвид лещ. Я всегда использую его. Всегда, ребят, чтобы не клевало, лещ, не лещ, лью его так не особо сильно, но хочется, конечно, знаете, от души всегда добавить побольше.
Друзья, прикормку сегодня делаем тяжелой, увлажненной. Хоть и будет возможно клевать плотва и густера, все равно мы все это дело сделаем потяжелее. Если хотим поймать подлещика, ну, на него делаем ставки, а как пойдет, тут уже хрен его знает, то надо всегда делать тяжелую прикормку, чтобы она как можно меньше пылила. Потому что созывается мелкая рыба, а лещ плавает по дну, ему надо именно мокрое, тяжелое, чтобы сразу с кормушки выбивалось все чисто на дно. С обратной стороны дамбы видно грозовые тучи. Потихоньку все это дело формируется, но там уже дождик прошел. Сергей Иванович, дождь будет? Не сахарный расстанем, да? Ну и хорошо. Друзья, в общем, будем пробовать рыбачить, не знаю. Эта туча идет прямо на нас. Не сказать, что мы шоколадные, не сказать, что мы растаем, боимся или что-либо еще. Единственное, за что я переживаю, это то, что мы сели прямо возле дерева. В случае грозы это может быть опасно. У нас в области в этом году, по сводке новостей, одного человека убила молния. Он пошел гореть по телефону на огород. Вышел в частном секторе на огород, и его убила молния. Разряд, мы знаем, идет на сигнал как-то вот. Короче, была печальная история. Еще вторая история точно такая же. Парнишка где-то вроде бы пас коров, или, если я ошибаюсь, ну, молодой, вообще подросток. И у него... О, Иваночка куда-то тянет, смотри. Смотри, тянет. Кто там, Сергей Иванович? Не знаю, еще не это. Кто это такой? Леночек. Леночек? Да. Любимая рыба Николая, вы представляете? Сергей Иванович, а ну похвастайтесь нам сюда на камеру. Вот он, красавчик. Вот такой малыш, смотрите, какой красивый. Красавчик, да? Я такого не беру. Нет. Забирайтесь, Сергей Иванович. Не, ну выпускайте, в смысле вы. Ваш же рыба, кто поймал, тот и выпускает. Вот и моя красавица. Ну ты смотри, какой красавец. Просто симпатюля. Вон, да, какой красавчик. Просто выпусти. Вот такой. Можно, да? Можно выпускать. Ребят, смотрите, можно, какой. Можно. Вот он, скользкий дружок. Вот он. Пусть красивый, я, да? Я знаю, как он вырастает, красавец. Давай. Знаю, так вот, друзья, и вторая ситуация, когда парнишка, тоже говорил по телефону, слава богу, вроде бы жив, но лежит сейчас, ну, как говорят в новостях, новости написали в больнице. Вот это и все, потому что молния, мы знаем, да, Сергей Иванович, бьет самую высокую точку, да. Ну и плюс мобильные телефоны как-то тоже это все дело. Или убивает, или становится их сосенцем. Да, вон там тоже сел парень возле нас, тоже будет ловить рыбу, молодец. Но, видимо, удочка тоже длинная у него. И он сидит возле воды. А, как я сказал, самая высокая часть, как это все дело привлекает. Короче, в случае сильного дождя, грозы, будем убегать, наверное, в машину. А вещи оставлять здесь. Вот так. Забиваем прикормочку. Кормушка маленькая. Прикормка отличная. Все по красоте. Так, ребят. Точка отмерена. Все отмерено. Начинаю закорм. Закорм будет, ну, кормушек 10, так как кормушка маленькая. И частенько буду перебрасывать. Из насадок будет мотыль опарыш. Но очень здорово мы в прошлый раз ловили вместе с Сергеем Ивановичем на перловку. Не знаю, как так, но на перловку был просто разрыв. Ну вот, уже первая рыба. На что взял? На опарыша? Со дна или в толще? Да, ну, в толще. Наверное, в толще, да? Красавчик, поздравляю тебя. Спасибо. Дождя не боишься? А чего не боишься? А, потому что мы быстро соберемся. Молодец. Слышь, Колян? Говорит, дождя боишься? Не боишься, чего? Да я домой быстро соберусь. Ну вот, мотыль достаточно живой, просто отличный. И вот опарик, ребят. Вот такая насадка. Насыпляю я, значит, вот так, пучок мотыля и одного опарыша, какой шевелится очень быстро. Эх, хвост, чешуя. Не поймал я ничего. Сейчас посмотрим. Дно моментально, потому что тут верхняя бровка. Оп, и клюет моментально, смотрите. Летит, и на ходу его там все рыбы разрывают. Хорошая поклевушка была. И загибает дико пикер. Не пойму, плотва или кто там такая. Глянь, как идет. Бойка как. Отлично. Какая плотва, какая. Вот такая. Шикарная плотва. Шикарная. Вот тебе и пикер, видите, ребят. Тихо.
Тихо-тихо. Мы сегодня без подсака, сглупили слегка, ну ничего страшного. Немножко она заглотила, не сильно, немножко. Еще говорят про длину поводка, вот как правильно выбрать, да? Если рыба сильно заглатывает, то значит поводок длинноватый, да, можно сделать немножко короче. Да, возможно, я погорячился сразу с таким поводком, но в процессе уменьшим, ничего страшного. Да, чтобы показать вам все вот это, что происходит, ребят. Ну, как-то так. Давай, оп. Крошечный заброс. Кладем, ждем. Как видите, удилище всегда на коленке. Сразу же реагирую на любую поклевку. Короче, ребятушки, волна погнала, ветер подул капитальный. И вместе с ним бешеный клев. Сергей Иванович, сейчас может рвануть, да? Похоже. Смотрите, ребят, по воде какая красивая коса, да? Как так получается вот у природы? Волна-волна, а там вот такая прогалина. Ух ты, какой загиб-то, Сергей Иванович. Кто-то как клюнул у меня на лету. И как думаете, кто это? Да, конечно, турбоплотва. Турбоплотва. Несмотря на погоду. Вот так вот. Волна, там волна. Шикарная волна. Конечно, на поплавок ловить такую волну не половишь, а фидеру все равно. Поклевки четко отличимые. То ли это волна, то ли это рыба. Отличить можно сразу. Друзья, напишите в комментариях, как вы думаете, будет сегодня дождь, попадем мы в грозу или нет. Потому что там небо ясное, там вообще отлично. А с другой стороны, за деревом творится просто какой-то апокалипсис. Ребят, дождь идет. Идет конкретный дождь, идет на нас. Иваныч, смотрите, вроде бы отлично сел, да? А все в воде уже. Колян, давай, смотри, сейчас у нас будет. Идет, 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 идет. Собирай быстро вещи. Давай. Все прятать по максимуму, мужики. Все прятать по максимуму. И насадку прятать. Давай, Колян, вещи прячь. Бо сейчас ливанет, я тебе отвечаю. Давай, давай, осталось 3 минуты. А у меня рыба сидит, мужики. А-а-а! Иваныч! Рыба, смотрите. И дождь идет. И Иваныча рыба. И дождь, и рыба. Это просто ад начинается. Елки-палки, быстро собираем вещи, Иваныч. По бырику. Вот он уже близко. Дождь весь здесь. Быстро все прячем. Прикормку вот так задвигаем. Столиком закрываем. По максимуму. Фу. Иваныч, оставляем вещи, бежим. Бежим, оставляем удочки тут. Смотрите, ребят, света белого не видно. Все. Давай быстрее, хорошо, быстрее, так быстрее. Быстро беремся, Коля. Короче, летим от дождя. Иваныч, быстрее. Мужики, текать его смоет. О, вот это да. Короче, ребят, по часу вечера мы в машине, да, Иваныч? Ну что, какой прогноз? Что прогноз? Да его может даже не быть. Да уже идет. А ну что он краб, как упал, аж идущий. Ну посмотрим, посмотрим. Я хочу сказать, что сейчас ливанет так конкретно. Смотри, стена какая стоит. Иваныч, вы же говорили, дождя не будет, а? Ну прогноз мой это... Да, Иваныч, Иваныч, такой прогнозист, синоптик просто. А наша платформа как раз здесь, ребят. Ой, мужики, ну его в баночку. Ребят, глянь, ливень прет.
Просто прет, и гроза, и ливень. Вот залив, это мы рыбачим. Залив у нас маленький только. Залив вот это мы рыбачим. А наша бедная платформа, друзья, вот она стоит. Коль, ее хоть видно? Намокла вся, да? Ну да. Да, привязана ж, привязана. Поехали под дерево. Мы его просто чувствуем. Ой-ой-ой, Коля, чё поперло? Смотри, смоет мою платформу полностью. Все люди едут куда-то, а мы стоим ждем, потому что просто лупит градина. Трандец, короче. Иваныч, не будет дождя, да? Не было дождя. Короче, ребят, мы стали стоим. Моя платформа осталась где-то позади, далеко привязана, под деревом с краю, но главное, чтобы оно не свалилось на нас, вот так вот. Да нет, здесь мелкие деревья, конечно, кустарники. Бедный поджерик, а? Вот это дровосек. Это просто ужас, а? Вот рад, дорогие. Эх, рыбка плавала по дну, не поймали ни одну. Мужики, вы самые смелые, кто выжил. О, спасибо. Короче, друзья, у нас небольшой просвет. Мы быстро забрали все наши вещи, потому что ловить сегодня просто не получится. Сергей Иванович, вот так вот спрятали его. Завтра утром приедем. Смотрите, у нас было единственное дерево, где мы сидели, и то с него ветку отломали. Продолжим завтра утром. Ребят, ну что, новый день, новое утро, да, в 5 часов мы уже здесь. Николая с нами нет? Нет. Ну, у нас новый друг. Димон. Готов ловить на фидер? Да, готов. Короче, мы вчера под такой дождь попали, если бы ты с нами был, ты бы, наверное, растаял просто. Да? Была полная труба, и град был, что только не было, понял? Нам даже удалось сесть на те же места, где мы рыбачили вчера, да, Сергей Иванович? Да. На те же точки, поэтому место немножечко кормленное. Все точно так же, мы только-только. Вы как раз делаете кашку-малашку, да? Ух, какая она у вас буйная цветом. Посмотрим. А у меня, ребят, со вчера осталась та же самая прикормочка. Все то же самое, правда, все мокрое. Даже ультрик, да, Димон? Где мой ультралайт? Вон стоит, даже ультралайт я вчера не складывал. Видите, в таком состоянии закинул машину. Вот так вот. Друзья, все-таки вчера мы попали под дождь, ведро я забрал в машину, тут прикормка хорошая, а тут слегка мокроватая, поэтому я высыпаю все в одну тару, надо это все дело нам заново перебить, распушить, так сказать, чтобы она не была сильно влажной. Сергей Иванович, уже закармливаетесь, да? Под поплавчаночку. Вот это тоже такой котяг. Сергей Иванович, остальное можно просто вот так размешать все друг с другом. О. Нормально будет. Там у нас кто-то на белую рыбу сидит. Так, гачка. Какой хочешь? Вот какой из всех хочешь? Гачок. Вот этот бери. Нормальный? Да. Тут еще есть, короче, все хорошие. Ну, выбирай, какой хочешь. Не, все без ушка. Лопатка. Ладно, везде. Так, ребят, сейчас мы докормим после вчерашнего точку хорошо, а потом уже будем вязать поводок и ловить. У меня тут вообще близко и совсем с краю забросы все. Так вот. О, уже клюет. Вот какие поклевки шикарные. Смотрите, смотрите. Сидит уже, наверное. Ух ты, дрожит как вертик. Отлично. Бьет, да, Сергей Иванович? О, и Сергей Иванович сразу же со старта. Тоже плотва? Кто у вас? Ёрш. А у меня продолжаются поклевки, ребят. Иваныч ерша тянет. А у меня бьет плотва. Сидит. Ух, пошла. А не плотва, плоскодонка, Сергей Иванович.
Ага, смотрите, ласкирик. Очухался. Братва, я первый пошел, да? Красава. Оп. Оп. И садочек вот сюда. Сейчас чуть-чуть его вот так вот. Оп. И за ножку. Вот они, поклевушки. Мелкие, на пикирок. Не сильная такая, слабенькая утренняя поклевка. Давай просыпайся уже, начинай. О, правильно, получше брать. Димончик потянул кого-то. И у тебя такая травина вверху телепается, бро. Выше поднимай, потихоньку, потихоньку. Что, трава, да? Да, вот. Блин, ну давай по чуть-чуть пробуй, должны рыбу же достать. Есть. Так, кто? Подлещик? Подлещик, аккуратно. Ну-ну, что ты творишь? Ты же должен был взять ее сразу руками, без этой херни. Димон, не тормози. Ты же должен был взять его там руками перед собой, бро. Оп. Отличнейшая поклевка была, просто пушка. Ой, Иваныч, тут уже надо принять. Тут уже пришел. Дружочек, смотрите, видите? Подлещик, да? Хорошенький. И вот как всегда, без подсака, вот что я за человек, а? Вот как рыба клюет, а я не ловлю. Ну вот такое, да? Не, вернее, ловлю, но аккуратно. Аккуратно. Хорош. Это уже повеселее рыбалочка начинается. Это уже повеселей. Аккуратно снизу взял. Так что и не отцепить его. Вот такой вот красотун. Димон, там кто-то один. Да, сильный? Да, очень. Хороший. Смотри, завел, я не пойму вообще куда. А, вон он, вон он. Вон, вон, глянь. Тихо, есть. Да, вот он. Вижу. Вон, глянь, какой. Вижу. Вон он ушел. Смотри, какой, Димон. Идет. Иван, сейчас с подхватом. На подхват. На подхват. Давай, на подхвате. Красавец. Димончик. Димончик. Тихо, 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 тихо. Давай сюда, 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 парнем. Ну, а! Есть. Есть. Нет. Вот он машина. Вот это корабль. Туша. А вы Сергей Иванович. Держите, это. Давай, давай. Вот это вот. Вот это машина. Доставай его. Да как? Я не буду его доставать. Доставай. Смотри, Диму. Глянь какой. Ай, красота его. Вот это корабль, да? Да. А ну подставил. Да ты шо, так какую руку? Тут ногу. Да. Шляпу положить, блядь, а ну. Тихо, шляпа прикрывает. Вот это лапать. Сергей Иванович. Сергей Иванович. Руками не возьму. Вот это рыба. О! Димончик. Красавец какой. Красавец. Короче, ребят, кабан. Просто шайба. Вот такое. Ну
уже кроссовки все мокрые, да, от воды, видите. Хлюпает вон аж еще выше получается, чем мы сидим, вода бьет. Да, друзья, вот наша насадка ползает в прикормке, и на нее несколько раз пшикнем. Оп! Давай. Рыба карась, игра началась. Полдесятого, да, говорите? Заинтересовало, да? Иди сюда. Иди. Ух ты, как пошла-то, а? Загиб какой, Иваныч. Иваныч, это он. Вот он какой красавчик, да, Диму? Ух ты, смотрите. Какой красавчик. Вот такой красавчик. Ну и шо, шо без подхвата. Мы сейчас и так его достанем. Леска прочная, парни молодцы. Он любит полетать. Главное вовремя взять, пока он в таком чуханом состоянии. Вот. И просто-напросто взять его вот и отсоединить. Вот такой вот. Вот он. Рыбоклюй. Тут видно в этом месте, смотрите, ребят, был когда-то битый, видно, в детстве, да, или в сетке. И чешуйка поросла вот совсем по-другому, да? Видно, вот поросла совсем по-другому чешуйка. Вот, Сергей Иванович, смотрите, да? Да-да-да. Как битый был или в сетке, да, что чешуйка поросла. А с другой стороны, с другой стороны все хорошо, вот видите, только так. А кто-то наступил. Ну, раз так, значит, мы его отпустим просто. Давайте вот, вот туда справа, вот так, где пенка, туда вот дальше. Все, погнал, красавчик. Ну что, друзья, очередная рыбалка фидерно-пикерная подошла к концу. Хочу вам сказать... Потратили много времени, намокли, промокли вчера, да? Да, вчера. Трудовая. Но было интересно, зато влетел нам трофейчик, да? Димон, тащи его сюда. Неплохой, да, Сергей Иванович, лещ? Конечно, это прекрасно. Как вы говорили за леща, Сергей Иванович? Не видели сколько? Это уже лет 10 не видел. Леща, это настоящий лещ? Это настоящий. Настоящий лещ. Давай. Ну и кроме него тоже рыбка есть. Там еще и гирька у нас. Есть побольше, но это да. Всех как бы переплюнул, вон он. Да, красавец. Есть и плотва, и подлещики другого размера, каких он, конечно, поджал, да, негодяй? Красиво. Ну, он такой, да, если вся рыба была такая, друзья, то было бы жесть. Красавец. Опять всех подлещиков поджал, негодяй. Вот такая вот рыбалочка.